Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. Продолжаем играть в игру Турок, но нас тут напали на нашу базу. Так, у нас тут хоть патронов до хрена. Так, миномет брать, не брать. Да, но без него обойдемся. Так, снайперка, да? Сейчас попробуем покемперить немножко. Опа, отлично. Первый уничтожен. Так, дальше кто там есть еще? Ай-яй-яй-яй, больно, больно, больно. Хватит, хватит. Успокойся, братан. Я всего лишь хочу тебя убить. Ах! Отлично. Прямо в цель. Отлично, еще десантура. Так, минус один. Минус два. Минус три. Тот, кстати, прикольно умер. То есть я в него попал, он только два шага сделал и упал. Очень забавно так получилось. Так, что же вы его убить не можете? Так, ну давай, высовывайся. На! Ушел просто. Странно, что их не отталкивает. Там вроде пули-то. Мощный патрон такой огромный. Он просто броню пробить должен. Еще откинуть. О! Пулеметчики. Блин, наших косят жестко вообще. Да блин, я ж почти попал. Не двигайся, пожалуйста. Отлично. А, чертова турель. Это вот альтернативный режим у пулемета. Его можно как турель поставить. Что? Убейте его. Отлично. Так, где второй пулеметчик? А, больно, больно. Черт, не могу прицелиться. А, сейчас убьет меня. А, все, его слили, да? Окей. Вентилятор рвались. Так, ну давайте возьмем пулемет, раз нас просит. Побегаем словом оружием. Так, кто там такой дерзкий, а? Слушай. Сейчас я всех как нагну, батька сейчас всех нагнет. Давай, 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 давай. Блин, это пулемет или что? Почему им насрать? Практически пофиг вообще на эти пули. Патроны зато до хрена. О, еще приятели идут. Давай, давай. Вот это в упор вообще жестко было сейчас. Мне кажется, от него одни куски мяса должны были остаться. Просто порвать должен был. Блин, вот когда долго стреляешь, он прям вообще патрон непонятно куда саживает. Так, отлично, граната. Аха, подкинул, отлично вообще. Четко получилось. Пипец, уже 300 патронов осталось. Давай, давай, коси, коси их, давай. Что за фигня? Умирайте. Что у вас за броня такая, я не понимаю, а? Вот черт, что это было? А, вот чья это была броня, это был ракетчик, понятно. А то я думал, это наши были с командой виски. Да блин, кто? Кто по мне садит сбоку? Еще и гранатой закидает. Ну ты козел, конечно. Так, ну сейчас я вам покажу, собственно говоря, вот так ты. Сейчас перезарядимся. Вот так просто берете и ставите турель. Опа. И все, и она атакует. Только она крутится где-то примерно 160 градусов. То есть она всех врагов со всех сторон не сможет задеть. Так, отлично, берем эту ракетницу. Ну, пулемет забирать не будем, нафиг он нужен. Ух ты! Мог бы нам один такой. Ну, собственно говоря, что я вам и рассказывал. Тот танк, который я не успел показать на базе, когда мы там на лифте катались. Чертов танк, да, нужно сейчас за ракетами сгонять. Так, пулемет не будем брать. А, нет, возьмем. Ну ладно. Я просто случайно кнопочку нажал. О, черт, он прям в меня целится. Жесть. Хорошо, что он не попал. О, стрелы так, отлично. Пригодится. Так, что тут еще есть? Тут куча всяких боеприпасов.
все, отлично, 10 ракет. То воли хватит. Так, вот альтернативный режим, он прицел включает. Автоматическое нацеливание, как бы. Ну, типа фиксирую цель. Он как миномет получается сверху садит. Не прямо летит, а сверху. Как этот, как он называется-то? Американцев такое есть. Оружие. Отлично, танк уничтожен всего на 3 ракеты. Трое погибло, считая Льюиса и Коула. И передатчик никуда не годится. Ну отлично. Просто зашибись! Идите все сюда! Нам надо все обсудить. Во-первых, теперь я главный. Это как это так? У нас не осталось офицеров. Коул, Хендерсон, Льюис, все мертвы. А ты ничем не лучше меня. Остынь, сынок, я главный. Это шутка такая, что ли? Хватит трепаться. Вопросы есть? Вопросов нет. Ладно, слушайте. Они знают, где мы, поэтому оставаться здесь нам нельзя. Уходим и попутно ищем возможность улететь. И как это я об этом не подумал? Чего же мы ждем? Пора менделям яйца поотрывать. Джерика, стой! Они убили наших ребят. Подождем до утра. Чего ночью-то воевать, правильно? Я иду сейчас. Ладно, хорошо. Ждем до утра. Нам всем хана! Спокойно, Шепард. Слейд, у меня для тебя задание. Возьми Турока и выясни, что это там шумит. Да ладно, Логан, ты серьезно? Добровольцем вызвался Картер. Еще кто хочет пойти? Теперь пора уходить отсюда. Надо поискать путь с этой долбанной скалы. Не, ну в целом Логан, конечно, поступил правильно, да? Трезво так приказы раздал. Но жесть, идти проверять, что там за хрень, я бы, не знаю, я бы тоже не хотел. Вот сейчас новый тип врагов, кстати, познакомимся с ними. Слейд, конечно, хотел власть получить, но что-то ничего не вышло у него. Логан только что отправил нас на смерть, понимаете? Вы понимаете? По велению короля Логана мы отбываем. Так, отлично, у нас есть пулемет против них. Пригодится. Сейчас с дробовичком побегаем. О, рапторы. Да как ты? Я ж в тебя попал. Ого, сколько их тут. О, кто-то с огнеметом, прикольно. На, получай. Их, в принципе, с одного выстрела должно убивать, но что-то вот этот приятель не хотел умирать. Хватит на Слейда там прыгать, а. Давай, Слейд, жги их там по полной. Все, все рапторы сдохли. Отлично. А, значит, понятно, это у нас подземный житель какой-то. Так, а что у нас тут? Патрончики. Понятно. Так, для пулемета не надо. Гранату взяли и бычок. Спрыгнем. Больно, но что тебе поделать, зато меньше бежать. Так, ладно, пойдем сюда. О, блин, меня кто-то зацепил. Под землей там лазит. Вот Джейси затащил раптора. Так, покажите уже этих тварей. Уже не терпится. Не, Слейд вообще топовый мужик, вообще нравится мне, это лучший, наверное, герой в игре. Это чистой воды самоубийство, и ты тоже, Карт. Ну спасибо, Лок, пусть еще выдаст мне белую рубашку, на ней кровь где-то не смотрится. Заткнись, Картер, думаешь, нам приятно? Вот, порвали жестко. Куски просто разорвали. Ну тут всегда игрока хотят запугать тем, что это какая-то новая тварь, она может порвать на куски.
Раптор. Допустим, тот звероящер, когда нам впервые с ним познакомились, он тоже там типа разорвал на куски раптора. Тут, походу, любой, кому не лень, может их уничтожить. То, что не удивили. Идем на свет. Здесь нельзя оставаться. Мне не по себе. Спокойно, Картер. Так, опять тут нора его. Еще нора. Кто-то прорвался прямо на базу. Офигеть, да, БТР затащили под землю, фактически. Давайте-ка обойдем это здание. Ну чё, кто буянит-то, я не понимаю вообще. Урок, куда ведет эта дверь? Так, турель поставим здесь на всякий случай. Надо разведать. Посмотрим, может, тут патроны какие-то смотрите есть. Сюда, парни. Ладно, подойдем к слайду. Докладывает Кейн. Вот все, что мы знаем. Ученые собирались вскрыть несколько клопов для изучения. Но во время операции произошел выброс токсина. Все, кто был в лаборатории, погибли за считанные секунды. Но у тех, кто зашел туда позже, нет никаких признаков отравления. Лаборатории и все, кто там побывал, на карантине. Яд сейчас изучается. Я буду держать вас в курсе событий. Клево. Теперь у нас у всех рак. Ребят, смотрите-ка сюда. Вот это махина. Да, да, ну вы посмотрите на это. Вроде как все заброшено, но в ангаре стоит корабль. Это же наше такси до дома. Логан, прием. Мы нашли корабль. Что за чертовщина? Держи дверь на прицеле. Кто-то сюда ломится. Так, пожалуй, я бы турель такой что переставил. Что если они сейчас со стороны двери полезут, нам будет жестко, нам будет. О, черт! Нет, Крейна сейчас утащит. Жесть, его порвали просто. Это чертовы клопы. Офигеть, они огромные. Это огромные скорпионы. Ну, у них как бы 6 конечностей, поэтому это типа не совсем скорпион. Какие-то мутанты, клопы. Тоже на скорпионов похожи. Они без глаз. У них там вот есть какие-то волоски снизу. Так, пулемет надо было забрать. А, нет, нет, не ешь меня. Вот видите, глаз нету. Они типа чувствуют колебания. То есть они нас по звуку находят. А еще когда я тут вовсю стреляю, конечно, мне несложно найти. Да хватит, успокойся ты, да, я уйду. Нет, не трогай Слейда. Слей, давай быстрее. Все, я иду на лестницу. Так, давай. Ну, ешечка, ешечка, отлично. Надеюсь, Слейда там не слопали. Там вертолет. Тот настоящий клоповник. Блин, классная вертушка. Такая мощно выглядит. Так, что у нас тут есть? Пулемет. Бармалей. Бармалей называется. Прикольно. Бармалейчик. Так, стрелы так, пожалуй, я возьму. Сейчас парочку клопов уничтожим. Так, стрелы тяжелые. Нужно как-то сверху. Ага. Получайте, уроды. О, вот это вы классно разлетаетесь. Куски мне прям нравится. Так, еще 6 стрел. Так, надо чуть выше так запускать. Отлично. Отлично. Просто разорвал в клочья. Ну куда вы все ушли? Ну так нечестно. О, отлично. Еще минус один. Так, на сколько стрел нужно в него всадить, чтобы убить? Так, 2, 3, 4, 5. 5 стрел, да? Офигеть. Не, ну, в принципе, если в район головы, то, мне кажется, можно убить быстрее. Так, черт, патронов в дробовике нет вообще. Так, поставим здесь, пусть помогает Слейду. Отлично, турель справляется. Давай, вылезай, а! Офигеть, они бетон крошат вовсю.
Ну, если это бетон, это же будущее, хрен знает, из чего сейчас это все делают. А, успокойтесь. Все, последние патроны были. Так, нужно слейды прикрыть. Так, ладно, сядем за турель. Слей, давай, беги, я тебя прикрываю. Так, черт, перегрев, перегрев. А, давай. Отвали от моей турели. Ну, отлично, вообще справляется турель. Ладно, оружия больше нет у меня, придется стрелами их убивать. О, на две стрелы отлично, в голову вообще шикарно, по-моему. Так, ладно, надо спрыгивать. Слейд, надеюсь, ты меня прикроешь. А, гранаты, черт. О, одного подорвал. А, он еще жив, вот козел. Как ты жив-то еще? Все, убил его. Да отвали. Приятель, прекрати, все. Слейд, побежали быстрее, сейчас их тут толпа набежит. Да блин, вообще не дает пройти. Отлично, Слейд, давай, крыши его. Офигеть, он огромный, этот клоп. Граната. Так, вообще никому урон не нанесла. Чертовы клопы сделали подкоп, и мы куда-то свалились. Жесть, в чертову пещеру мы свалились. Пожалуй, на этом надо будет видосик заканчивать. Доложите обстановку. Пусто. Мы зачистили эту деревню месяц назад. Черт! Поздравляю, Турок. Отличный выстрел. Конечно, это не наша цель, но мы ее найдем. Даже если нам придется вырезать всех чертовых крестьян в этом захолустье. Граймс, деревню сжечь. Остальные уходим. Убей ее. Я не могу. Это ж просто баба. Теперь понятно, по какой причине Турок ушел из волчьей стаи. Возможно, это, конечно, не единственная причина, но как одна из. Вот, черт, мы свалились, да? Так, ну у нас хоть огнеметик есть. Помирай, Декс, песня. Так, ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Лайк, подписка, вступаем в группу, канал, ссылка в описании. Всем всего хорошего, увидим в следующем видео. Всем пока.